Варга на связи? Девушка, повтори еще раз счет. Да, боюсь, этот чувак погиб. Ну как его не спасти? Похололо. Ого. Смотрите. На нас падает ПВШ. Печально. Справа лестница, наверно будет. Лестница. Куда панк тебя ищут? Колёс погрей. О, кажется, это рожа Игната была. Погрей. Игнат, крутись. Игнат-то не в той лодке. Стой, лодка. Игнат, плыви сюда. Лодка стой, которая справа от меня. Игнат, ты не в той лодке сидишь. Вот слева я. Ну, по оружию и по роже вроде Игнат. Да, я вижу вас. Так, сколько у вас там еще нет? Игнат, это ты? Варгана, дай мне прием. Владимир, нету, да? Пересаживайся в нашу лодку. О, я вылетел. Варин, Ивянов, связи. Забери, у меня сам. Пикачу, возьмёшь, полетим к себе, а то у меня уже не влезает. Че, он столько жадный, что он даже не влезает? Да. Так я... Он СРПК забрал, краник забрал. Ну, от центра, от центрального. Ой, самое правое, вот. Утро доброе не бывает. Ну чё, потопали, уже пора. Побежали. На выходе здесь вот, это, где лифт, здесь справа есть лестница, только не бегом, пешком идёте. Так мы не на лодке. На лодке, спускаемся по лестнице вниз. Идём в следующий, идём. Отойдите все отсюда. И потом захватываем его. Недовольных за борт. Ты не лагай. Все, я сел. А третья слева. Залезаем, залезаем. Я взлезал вроде. Я сейчас один не слезал. Все, отправляю. Погоди, погоди. Поехали. Да, как ты плаваешь? А, ну, вроде да. Уже нет. Игнат, я к тебе. Сейчас с самой декой сидит. С огромным рюкзаком спину. Вы что, уже в лодку сели? Да, в 3 минуты достать. Я вижу. Дудочки. Опять начнем попадать, что лодка нет. Да, ну, мой, он не всплыл. Не пипец. Да, есть. Сталик. О, так давай, скандинав. Скажите. Загружайся. Алло, наверное, просто подойдет. Посмотри на него там, отобрази надпись. Ивар, ну скажи что-нибудь. Да, покемон ты где? Я в воде, у меня я сел в лодку, у меня ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, и я в воде. Я в лодке, с БВшниками. Нахера ты с БВшниками? В смысле, ты хочешь поймать? Займи свою, он же куча с собой. Так, не забываем по зеркалу, как ты лодки идёт. Финаф на КВ. Блядь. Залезаем, залезаем, что последний, вот. Один прыгнул, ёпт! Давай, ты не утопленники. В общем, я курить, давай, пацаны, давай, я не выйду, чтобы я курить. Давай, давай. Короче, садитесь в любую лодку и плывите. Нет, мы на лодке. Все на, в одном направлении плывут. А, ты еще не сел?
центрального прохода, справа лестница, по ней спускайся в воду. И напротив лодка, если ты не поместишь, блин, на... Да. Мак, можно еще лодку, блин, найти. Правую лодку. Почему некоторые могут плыть? А, видимо, те, которые изначально стали плыть, а кого спустили, те могут плыть. Еще одно. О, шикарно. Хорошо. Плаваю рядом, естественно. О, все. Готов к бою? Подберем плавца? Можно. Поед, греби к нам. Там, кажись, это будет. Вот. Ну ладно. О, поед пошли. Ну, братья. Да. Только бьются. Кто нам? Мы не ставим. Ладно, ладно. Едете кого? Так, сядь на водителя, плыви дальше, а то я вылетел. Рация настроена. На север просто плыви вокруг вас. Где следует за лодками? Ходишь, там лодки, ты можешь спуститься. Перед
передайте ему, кто там ближе к кораблю, а то мы находим. Это давай развернемся, по-моему, с ним. Пойдет. Пьем это БМД. Это тайфун, выход там, ближний контакт сразу же, около стройки. Вот там где-то вот здесь направо. Где-то на 230. Уже война происходит. Да, уже, во все поля. 249 уже и башня. А, Маврик, слышишь меня, нет? Да. А, мы короче... Вон наш стоят. Получилось очень крайне. Скандинав. Ща, подожди, Маврик, да короче, мы высадились на каком-то отдельном маленьком островке, блядь. Ну, куда идти-то? Это было не на отдельном маленьком островке. А там, где куча лодок стоит. Ну, а пристать бы круто. А вон какой-то один чел просто стоит. Знаешь, где выход? Да воткнись уже. Ты поставил метку себя, Маврик. Я не вижу. Мовер, нам что вас ждать? Нам нужно технику телепортировать. Ну, обратно. Хоть кого-нибудь из своих найдите, хотя бы пары действуйте. Тут фанзы. Ну, отвечать надо. То есть нам продолжим. Что повторите? Заканчивайте. Маврик, игру, моя метка на севере, короче, на острове. Вот, я иду на юг. Ну, видишь, канал нет? Проверь. Уже руки техника. Мавр, подзрываем около нашников. Какое количество противника на Point Rocks? Бля, еще и трассера. 5.33. Ну, 36.30. Так, я тебя не слышу. Скандинав. Твоя нет, задача наш. Приплыть в район метки Варга 3. Да, это снайперская группа. Выкарта. Маврик, мы уже высадились, идем уже по острову. Репортировал в другое место. Ну ладно. Мы вообще вдвоем были там с одним парнем из БВ. Тщательно. Ты говоришь, мне нужно прийти, ты какая моя метка? ГРЦ смотрит. Варга 3 на юг наступать. Они там уже вон нарисовали. Дом, по-моему, не там. Далеко слышно, слышно. В общем, Мавр, мы своей тройкой уйдем тогда, наверное. Один, хорошо. Ну, я, похоже, севернее вас. Пойдем, давайте, ребят, Игнат и Фамсус минус один делаем. Блин. Наш пехота, Мавр, на стороне холма. Марти, бинокль отдать? У меня оптика. А, ну чёрт возьми. Ну ладно, главная новость в том, что вся наша бронетехника не смогла высадиться. То есть они не могут покинуть авианосец. Это весело.
штаб и снайперская группа отметили М113, плывет на наш остров прямо. Вот у вас техник. Вижу, наблюдаете направление 150. На вершине холма. На РМ на связи. РМ на связи. Могу разобрать чей. Попробуйте вы выйти на западный берег Point Rock, по М113 отработать. Тайфун на дальний. Тайфун на РМ. Мне очень далеко до туда идти. Может кого-нибудь другого отправить? Гова, насколько я вижу по карте, тайфоны и сабы заняты противником рядом с собой. Так, это сабы, мы в принципе не в бою, можем отойти, если нужно. Попробуйте сдвинуться, да. Принял. РМБВ, вы там кого ожидаете? РМ, пытаемся собраться. Чтобы знаки вопроса, кто, свои или чужие? Что предположительно они. Далее, скорее всего, там чужие вопрос. А, парни, я к вам с северо-запада буду подходить, метку поставил на себя, видите, нет? Метку не вижу, судя по шипению, ты все дальше и дальше. Дека, там М113 есть, пошли попробуем ее сжечь. Есть. На западе. На холме есть раненые. Да, похер, у нас своя задача. Принял. Сейчас ровно на запад, короче. Пикачу, у тебя ДВ настроено? Как нет. Пикачу, говорю, не такого. Пикачу. Ладно, Дека, давай сдвиг. Азимут 195, кажется, врага вижу. Да, вот это верно. 195 на горе, видишь, чувак лежит. Это вроде враг, да? Сейчас гляну. Вот сейчас он лечится. Принтер, дай какой-нибудь, где он лежит. Это... Ой, здесь очень сложно. Вот дым сейчас, видишь, от него ниже. Ниже? Да, это противник. У него американская униформа и М16. Стреливают свои. А, его сняли, да. Это я его снял. Да, он вроде убил тех, который залегал там. Там один только делал он раз. Так это сабы, у кого там 113-й, у снайперов? Так ну, точно стоит, у нас на острове там в центре. Стоит. Ну
вас принял, сейчас будем переправляться тогда на соседний остров, тогда попробовать. Принято. Дай-ка давай попеременно на запад. Понял, да, как? Понял. На мне наблюдай юг. Так, штаб, это снайпера на север...